центр города. По некоторым данным, это самый трудный транспорт. У нас есть рандом, который делает 1 килл в минуту, так что хер. Слушай, а может... хотя ладно, нет, стучить нам нужно, окей. Так, сейчас. Ну такой ничего не понял, хех. Готово. По идее, ты должен сразу же просто... Не, я хреначил, я не знаю, я должен... Да не хренач, ты должен их, короче, просто, вот, кто на твоем пути, просто убиваешь, ты должен таскать сумки максимально, потому что мы будем ставить, он будет пилить, и как бы не остается вообще человек. Ну да, ну там, короче, сейчас... Самая работа это у нас. Минуты на второй, на третий, там просто капец начнется, я не знаю. Ну, за две минуты это спокойно. Фух, поехали. Нам надо просто вытащить сейчас по максимуму сумму из хотя бы одной тачки, убежать куда-нибудь наверх и там отбиваться, пока осталось не закончить, потом вторую и так далее. Ну, блед. Манго. Где он? Кохера. Кохера, манго. Манго. Everybody draw! Вот моя скорость, кстати, появляется. Сразу. Машины отлично заспаунились. Да, прям хорошо. Эй, алло! Действуем по плану. По плану, по одной, да! План, просто по плану. Ладно, ладно. Он все по... Откатываю. Короче, просто вот по максимуму сейчас вытаскиваем, по максимуму просто. Я беру вот сумку, иду наверх. Все, все есть. Значит, куда? Я сейчас туда иду, да, вот по этой дорожке. Да, точно. Можно. Ну можно. Куда ты выкидываешь сумки, идиот, а ты кусок? О, какие, у нас здесь активы есть, отлично, я думаю, просто отлично. Твою, подним, мой фаер, ну конечно. Окей. Ну. Ну, быстрей. А сумку? Где она? Твою. Идиот. Не ты. Амбозер, не, нормально. Тихо. Чёрный причём. Да он задолбал, долбан, ты нападаешь. Еще дозер. Кек. Найс, GG Team просто. Короче, ну вас нафиг просто. Я не знаю. Нормально, нам до него дозер просто рассказали по очереди. Там трещики плани. Блин, тут там никого даже нет. Где этот мангол? Где он? А где он? Стоп, где он? Третий этаж. Две есть. О, уже отведи. Так. Короче, вот берем эти пункты. У нас есть три, у нас есть. Надо пять. Четыре где-то у нас. Он четыре есть. Я тут закинул. У нас одна машина не вскрыта. Похер. Мы еще не все разбили. Так, как бы ему намекнуть, что он сейчас сдох? Нет. Нет. Знаешь, когда он чеханк начинает что-то играть? Когда у него последнее падение и, собственно, аптечек нету. Репозишн, они на крыше. Просто сиди с сумкой, алло. У меня
не Акимба, на... Так, да, ты сходишь. По лестнице. Я дефи лестницу. Что? Когда он... А, он отхилит. Я его убил. Потом он застанет. Я держу. Я держу. Иди. Что держишь? Вот. У меня нету скилла. Ну, у меня есть скилл-хант по-любому. Когда он тупо вот здесь стоял и фигачил. А у меня? 5-17. Ну мы тогда отбивались, а он просто стоял в дверях и фигачил. А у тебя? 5-17. А нет, стоп, у тебя снова. Окей, валим. Ладно, валим. Почему? Ну, будем валить или как тебе? Чё? Не знаю, даже. Смотря по сумке. По идее, сейчас должен ассальт закончиться. Уколь. Ни хера не ваншот. Ничего. И ты их ваншотнул. Да. Надо брать зал уже, надо брать пару. Там три урока задан. Ну, полезно. Не ходи туда, снайпер, сейчас. Не бей его, на информатике русский, математика, физика, английский. Короче, ладно, хер там валит. Куда? Айда, пойдем, снайпер. Да. Что будет? Ну, хрен знает. Сейчас еще один осталось. Хех, 7 спецэлитов. Хех. Машира не упал ни разу даже. Я тоже. 70% точно стрельба весил. У меня 80. Типикал транспорт с рандомами, блин. О, бесполезный рандом, бесполезный. Кстати. Ты убил 20, а я 9. А, я тоже 20. Самая нужная. Там этот ирония такая. Символичность.